Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами находимся на филиале улица Уральская, 35. И у нас заехал очередной проект большой, который мы будем делать в стенах нашей компании. Это автомобиль Voyah, новый автомобиль. Я думаю, все видели его на дорогах общего пользования. Интересные машины и не менее интересный проект будет делаться с конкретно этим автомобилем. Для начала мы поменяем цвет его со стандартного белого на матовый синий. Будет смотреться очень хорошо. А потом еще после оклейки мы заклеим переднюю часть в полиуретановую пленку, чтобы защитить покрытие от появления дефектов при эксплуатации самой машины. На этом работа не заканчивается. Мы идем далее. Мы сделаем еще и шумоизоляцию салона. Машина гибридная, поэтому очень тихая. И из-за этого большое количество шумов, которые у нас на улице происходят, собственно, проникают в салон. Мы избавим владельца от этой проблемы. Собственно, будет все в этом плане идеально. И немаловажно, что заметили, когда еще вот принимали машину, то, что двери очень тяжело закрываются. То есть нужно прям сильно их толкнуть, чтобы они закрылись. Поэтому мы тоже это исправим и поставим сюда доводчики дверей. А финишно уже, чтобы все это закончить, внешний вид машины мы сделаем антихром всех вставок хромированных на задних крыльях, на задней части автомобиля и передней решетке радиатора. То есть у нас будет такая синяя матовая машина с элементами антихрома, черный глянец будет контрастировать, будет очень хорошо смотреться. И покроем, соответственно, все это керамикой и защитными покрытиями кузова. Поэтому погнали дальше. И вот настал тот день, когда автомобиль у нас наконец-таки готов. Можете посмотреть, как он классно преобразился. У нас был стандартный такой белый автомобиль. Теперь он очень хорошо будет привлекать внимание. Этот синий матовый цвет просто идеальное решение для тех, кто хочет выделяться в толпе обыденных серых автомобилей. Тем более, сама машина на наших дорогах новая. Voyah Free, их еще не совсем много появилось. А особенно такая в этом интересном исполнении. Это 100% вариант, чтобы каждый прохожий просто заглядывался на нее. На данной машине мы сделали полную оклейку всего кузова в синий винил. Это у нас премиальная пленка марки Hexis. Сделали оклейку, что примечательно, с проемами. То есть у нас даже при открытой двери не видно абсолютно заводского белого цвета. Машина полностью изменила свой облик как внутри, так и снаружи. Помимо оклейки в виниловую пленку кузова, мы сделали еще и оклейку фар передних и фонарей сзади в тонирующий полиуретан, потому что на машине мы сделали антихром, и чтобы это все сочеталось, вот эти вот черные глянцевые элементы играли хорошо с фарами и вот с таким вот ДХО, который идет у нас на передней части. Идеально получилось, очень классно, очень насыщенно и ярко смотрится. А в дополнение к этому мы окрасили еще и колеса в черный глянцевый цвет, чтобы, собственно, сочеталась у нас машина максимально, потому что заводское исполнение не совсем хорошо игралось с этим дизайном. Мы в последний момент решили все-таки окрасить колеса. Красим мы это все в порошковую краску. Гарантия 3 года, поэтому это идеальное решение на долгий срок. Как правило, на самом деле колеса проезжают и дольше, если, собственно, их не повреждать. Еще раз хочется сказать про заднюю часть, особенно про этот фонарь, который у нас идет во всю ширину машины, и внутри у нас идет такая красная полоска стоп-сигнала, и также над ней интегрирован шильдик Voyah. Все это под тонированной пленкой смотрится безумно классно, то есть синий цвет, тонированные фонари, черный диффузор глянцевый в антихроме, все идеально сочетается друг с другом. Немного отойдем от обзора, просто хочется показать вам, насколько это интересный, современный, необычный автомобиль, у которого вся центральная консоль может сдвигаться вверх под одним нажатием кнопки.
И возвращаясь к обзору, хочется показать вам, как мы оклеили проемы. Собственно, это идеальное место, чтобы все это рассмотреть. Можете увидеть, что все проклеено цельным куском, никаких стыков, все в одном цвете. Заводского белого глянца у нас здесь абсолютно не видно. Еще одной немаловажной доработкой в салоне этой машины стала шумоизоляция. Так как машина у нас гибридная, по большей части она работает на электромоторе, то шум с улицы очень сильно слышен при заглушенном ДВС, который здесь также имеется. Поэтому сделали шумоизоляцию, теперь никакой посторонний шум не отвлекает водителя и его пассажира. Еще один готовый проект, который сделан в стенах нашей компании ProTuning. Очень интересно узнать, как вам такое решение, такой комплексный тюнинг автомобиля, как снаружи, так и внутри. Обязательно пишите комментарии, каждый прочитаем. Если вам необходимо такое же комплексное решение, комплексный тюнинг, обязательно обращайтесь к нам. Все контакты будут в закрепленном комментарии. И не забывайте подписываться на наш канал. Told all that lyrics ain't gonna forget the things I went through for all this. And my grip, my rule, my crown, my domain too. Main for the world, then break it too. Make it mine, Sony Montana, replicate that. Copa Cabana, off the veranda, drop came in. Brick by brick, we built this in. Franklin Sane ain't all about business. Witnesses and meditate that. Yogi focus and all that. Egyptian scrolls that told all that. Lyrics and crates from front to back. Keeps with crowns all through my rap.